На Аяне начало августа. Это самое тревожное время для мелких птиц. У пернатых хищников птенцы уже подросли и требуют много пищи. Поэтому родители, невзирая ни на что, ловят всех, кто им попадается на пути. Обычно первыми страдают мелкие птицы и подросший молодняк. Это гнездо кречета. Здесь идет настоящая война. Четыре больших птенца все время кричат голодные. Просто родители не успевают им носить еду. Один за одним летают, все равно их накормить невозможно. И они дерутся. Кто первый выхватит, кто у кого заберет. Вот такая вот драчка происходит. И кричат, и шумят. Ну просто вообще нереально. Мать вот опять или отец, кто это принес. Чуть его не скинули с гнезда. И дальше опять драка. Ну вот, что здесь? Сейчас отберу. Вот, крылышко оторвал. Кто это такой? Скорее всего, это кукша была. Вот тоже вкусненькие. Хоть мяса нет, ну вот у него. Сейчас попробую отобрать. Так, ну-ка. Зайти надо сбоку. Закрыл. Клюется еще. Ну, сейчас. А подлезть, если подлезть, не получается. Так. Ничего не получается. Утащил. Ну, ничего. Сейчас мы через задний, говорится, вход попробуем проникнуть. Ну. Что ты крылья расставил? Толку от них. Я уже залез, только вытянуть осталось. Крепко держит. Так, ребята, помочь вам что ли? Ну-ка, подвинься. Все, вырвал. Хоть половинку оторвал. А ты что, заглядываешь и икаешь? Дай мне поесть. Все, что лезешь-то? Ничего там еще нет. Я еще маленький. Вот. Покушали. Ну, теперь все. Можно и мышцу разомнять, подкачать крылышки. Скоро уже полетим, покинем гнездо. 2-3 дня, и мы на свободе. Вот. Такая вот у нас жизнь. Кречет на путоранах. Очень редкая птица. И найти его гнездовье – это удача. Недалеко от моего кордона живет парочка семей, и мы за ними наблюдаем постоянно.